Допустим, когда оверлорд начался в 1944 году, Сталин начинает белорусскую наступательную операцию, мы прекрасно знаем, Багратион. Мог Сталин на месяц оттянуть, как бы пошла война. Это первое. Второе. Окончив операцию, вышли к границам Советского Союза. Почему Сталин пошел освобождать Польшу? Сегодня поляки говорят, что, значит, притом вот я замминистром иностранных дел, он мне говорит, да ну это вот пришли там то-то-то, никто их не просил. 600 тысяч, в том числе, это возник у нас вопрос в связи с чем. Мы пишем книгу, значит, «Вклад Беларуси в Великую Отечественную войну». И там мы пишем, что вот в Беларуси призвали 350 тысяч в 44 году, из них почти 300 тысяч погибли. Где? В Польше, в других странах. Как нам не писать об этих людях? Я ему говорю, что мы не должны писать, что наши люди лежат под Лодзью, под Варшавой там и так далее. Мы же должны, это же наши люди. Сталин мог остановиться на границах. Никто в историографии нигде не пишет об этом. Ну вот якобы в Тегеране договорились, там в Москве, в Думбартоксе там и так далее. Но он мог и остановиться. И я думаю, что вот я, ну, не хочу сказать, что я там, ну, скажем, нельзя у Сталина спросить, почему он то сделал, ту операцию там и так далее. Но то, что было это прозорливое через кровь, через миллионы жизней советских людей, почему? Потому что если бы немцы получили атомное оружие, если бы война затянулась еще на полгода, это нам, ну, как говорится, историкам нельзя. Что было бы, если бы, вот хотя Путин последним сказал, что мы должны на эту тему рассуждать. А что было бы на самом деле, если бы на 4 месяца война продлилась? Конечно, мы можем сказать, что какой смысл был 600 тысяч в Польше наших вложить, что мы получили взамен? Или в Чехословакии, Венгрии, вот у меня дедушка погиб. Что был, нужна была нам эта Венгрия, которая потом дядя мой в 56-м году ноги перестрелили ему в Венгрии. Вот. Но, видимо, был высочайший смысл. Конечно, сегодня можно сказать, что американцы подготовили Первую мировую войну, не только американцы, там силы определенные. Они закодировали Вторую мировую войну. Почему? Потому что расчет был на подготовку войны и на восстановление народной хозяйки. Вот Сталин не согласился принять условия, вот получили холодную войну. К чему это все? Если мы занимаемся историей, военной историей, мы должны понимать, что она всегда, это политика, другими, ну, Ленин любил это выражение, я повторяю, скажем, за Клаузевицем, что это война. И мы сегодня свидетелями, что война идет постоянно между Россией, Евросоюзом, между Россией, в определенной мере даже Беларусью, не боюсь сказать, и Молочной, и прочее, вот выдумывают, хотя и союзное государство на каждом шагу, и везде в мире, и придумали ИГИЛ, скажем так. А что такое Гитлер? Та же самая ИГИЛ. Финансировали, выпустили, неуправляемо. Та же самая сегодня. Но это нам легче всего, когда мы, историки, скажем так, как это, корпоратив. Вот мы считаем, вот этот журналист задает вопросы, которые нам неприятны. Мы знаем, что я знаю, должен изучить эти документы, мы в своих корпоративной, скажем так, шинели находимся. Вот мы один одного понимаем. И я не читаю, скажем, работ, которые, ну, скажем, дилетантские. В каком смысле дилетантские? Ну, в этих работах бывают так вопросы поставлены. На Суворова мы все накидываемся. Вот представьте, если бы не было работ Суворова, на каком бы уровне была бы наша историография постсоветская? Так включились силы. Одни поддерживают, другие, но зато посмотрели на проблему. Время я забрал, я прошу извинения. Я ночью не спал, поэтому вот у меня такая, так сказать, прорыв. Дело в том, что, конечно, история нас всегда, она болит, потому что, почему мы учим? Потому что, чтобы не было войны. И когда у нас, мы постоянно, вся политика президента Лукашенко строилась на том, что использовали активно вот эту риторику военную, так оппозиция обвиняла, лишь бы не было войны. И это воспринималось как бы некий, на белорусский карьер, как издевательство. Хоп, события на Украине. И все, и все в шоке. Понимаете, те же самые поляки, те же самые и мы. Потому что, оказывается, не так все просто, как нам кажется. Я вот недавно приехал с Алматы.
демонстрации как раз там были. Спрашиваю у историков, что такое, в чем дело. А парламент хочет принять решение о том, что разрешить иностранцам покупать землю. А у них вся Алма-Ата, китайские фирмы, подставные, подставные под дедушку, бабушку там и так далее. Очень много живет этих уйгуров там и наоборот, это самое. Если разрешат, все, мы себя чувствуем. Это я неофициальную точку, то, что мне сказали историки. Проблема и так далее и тому подобное. Поэтому я думаю, что у нас есть возможность, ну, как говорится, обменяться мыслями, потому что самая большая радость, тоже классик сказал, это радость человеческого общения, и то, что мы знакомимся на этих конференциях, обмениваемся мнениями, это не значит, что мы науку какую-то сделаем, но это даст какие-то импульсы нам, какие-то возникнут, должны возникнуть вопросы. Потому что один Борис Николаевич может столько поставить вопросов, что надо создавать 10 историографий. Пожалуйста, Борис Николаевич. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, спасибо организаторам конференции. Первые два доклада заставили и подумать, и попереживать, и пообщаться с соседом насчет того, что говорит докладчик, что ты думаешь об этом докладе, что ты хочешь сказать сам для себя. Вот действительно, очень правильное замечание. День, годовщина, память, 75 лет, началась Великая Отечественная война. А, наверное, никто лучше о войне не может сказать, как может сказать писатель, в особенности человек, который прошел войну. И я почему-то, обращая внимание на название нашей конференции, вспоминал вот эти бессмертные строчки Семена Гудзенко «Будь проклят», 41-й год, ты вмерзшая в поля пехота. Для нашего солдата 41-й год – это, конечно, череда страшных разочарований. Да, действительно, вооружение было. Да, было хорошее оружие, но когда я слушал второй доклад, я вспоминал воспоминания Ивана Христофоровича Баграмяна первые дни войны, когда он описывает себя, танкиста, по-моему, даже еще не генерала, по-моему, даже всего-навсего полковника. И он описывает, как к ним в танковое соединение прибыли проверяющие, причем с наградными часами, и о том, как с каким огромным трудом он смог найти несколько экипажей, которые перед проверяющими могли бы выпендриться. То есть, иными словами, показать реальные возможности полученной новой техники. И, как вспоминал Баграмян, только один экипаж смог продемонстрировать возможность вот этого самого нового танка. Получается следующая проблема. С одной стороны, вкладываем огромные человеческие материальные ресурсы. Вот у нас появляется эта замечательная техника, тот же самый Т-34, но 1940 год. Реально появились первые машины. Где сержанты? Где специалисты, которые могли бы обкатать молодняк? Где традиционная дурь? Потому что понятно, что Семен Михайлович Буденный, один из двух нерастрелянных первых пяти маршалов Советского Союза, и острая шашка, и славный конь буденовской породы, это понятие неразделимое. И когда мы понимаем, что среди руководства Красной Армии, среди наиболее авторитетных руководителей Советского Союза есть люди, которые в очередной раз хотят сыграть в последнюю войну, а для них последняя война была гражданская война, для них последняя война была та самая, когда кавалерия была одним из самых блестящих, красивых и важных родов войск, то начинаешь понимать, что в 41-м году была вот та самая недооценка и та самая проблема, чего греха таить. Давайте вспомним о ракетах, за которыми стоял Михаил Николаевич Тухачевский. Я не буду вам говорить, где великий Королев был в 37-м году и каким чудом ему удалось выбраться с Колымы, где был Туполев.
И тот же самый пресловутый маршал Кулик, в общем-то, неплохой рубаха, в чем-то даже, что называется, слуга царю, отец солдатам со своей любовью к трехлинейке, это тоже отрыжка гражданской войны. Они имели великолепный запас политической прочности, политического авторитета, и, конечно, люди, имеющие такой авторитет, что против них мог сказать, условно говоря, какой-нибудь там полковник Баграмян или полковник Черняховский, чудом избежавший тоже в 37-м году посадки, или, извините меня, Рокоссовский, который при виде сотрудников органов госбезопасности его трясло. И здесь нужно поблагодарить маршала Тимошенко, говорят, как военный специалист, так себе порядочный человек с августа 37-го года, с августа 37-го года арестованный в Пскове, он выпущен был на свободу только в марте 40-го года. А у нас считается, что Константин Константинович Рокоссовский — это второй полководец Великой Отечественной войны. Спасибо, что выпустили. Генерал Горбатов сколько еще в лагерях сгинуло. Правильно поднимается тема. Мы слишком долго готовились к войне. Но мне кажется, что местами мы перегорели. Мы слишком хорошо пели «Если завтра война, если завтра в поход». «Если темная сила нагрянет», но в замечательном фильме «Если завтра война», где было хорошо показано, вы думали, что мы нищие, а у нас тысячи. Война не оказалась малой кровью, могучим ударом на чужой территории. И правильно нужно осознавать гениальность пропаганды Геббельса, который работал от обратного, который брал все эти советские стереотипы и, ехидно потирая ручонки, писал в своем дневнике: «Советская пропаганда внушает, что мы везем царя. Никакой болтовни о царе. Не будем заниматься унижением русского народа, не будем раздражать великорусски национально настроенную армию. Открываем церкви. Обещаем, 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 с точностью наоборот». А в этих условиях что делала советская пропаганда? Берем того же самого Симонова, его воспоминания, берем тех же самых советских военачальников, хорошо, берем даже не военачальников, берем Ивана Станюка, в конце концов, практически документированная художественная проза, когда солдатик, ему приказывают стрелять в немца, он разводит руками и говорит: «А я откуда знаю? А вдруг это передо мной рабочий или крестьянин? А почему мы должны в него стрелять? Может, вначале с ним нужно поговорить? Объяснить?» Вы знаете, в 41-м году мы потеряли миллионы военнопленных, в том числе и из-за вот подобной расслабленности. А почему я не поговорю с этим милым немецким солдатом? У известного НТСовца Казанцева в его жуткой такой работе, классическая власовская работа «Третья сила», есть такой эпизод, что советские военнопленные говорили, что их морят голодом для того, чтобы немцы воспитали в них чувство коллективизма, чтобы они делились вот последним кусочком хлеба со своими, что называется, друзьями, близкими, родными. Мы пытаемся понять ход войны, когда в 41-м году против Советского Союза воевала Финляндия, Венгрия, Румыния, Италия. Шарлемань, боевое подразделение Карл Великий, эсэсовцы из Норвегии. Но если говорить о моей... Болгары в войне с Советским Союзом участия не принимали, но, будучи союзным Третьему Рейху государством, воевали с сербскими партизанами. Словакия, извините, корпус забыл. Испания, нейтральная Испания, голубая дивизия, да, прошло через голубую дивизию,
почти 50 тысяч человек. 50 тысяч здоровых лбов, поскольку это не очкарики профессора, это не вчерашние студенты, которых призвали в ополчение, это люди, в основном имеющие специальное военное образование. 20% личного состава нейтрального государства, которое не воевало, якобы добровольческого, проходит через ряды подразделения, которое имеет свою персональную линию фронта. С октября 41 года, ну, естественно, до 43 года, что Сталинград животворящий делает. Но для того, чтобы дойти до боев на Волге, до Сталинграда, сколько пришлось нам перейти? Сколько человеческих судеб было сломано, сколько потеряно, поскольку правильно было сказано, я думаю, что будет сказано о том, что Вторая мировая война, именно Вторая мировая война, это трагедия, которая прошла через миллионы человеческих судеб. Ну а Вторую мировую войну сейчас пытаются осмыслить по-новому. В прошлом году в Москве посол Румынии Василий Сааре заявил, что главный вклад в победу над нацизмом принесла Румыния. В конце концов, Михай, король, до сих пор гордо носит орден победы, последний ныне здравствующий кавалер. Да. А вот что касается того, кто победил во Второй мировой войне, что говорят по этому поводу французские учебники, нет, это неправда, что они приписывают победу американцам. Когда я 3 месяца назад в Париже, в инвалидах, я понял другое. Третий рейх победила сражающаяся Франция и ее героический генерал де Голль. Уважаемые друзья, я понимаю, что у каждого есть своя правда, и иногда ее нужно понимать и принимать.